у нас вот совершенно выдающийся. Столько улиц названо именами героев, героев войны, офицеров, например, улица Сизова. Не воевал Сизов, но его имя носит наша улица Сизова. У нас есть школа имени Ивана Сивко, номер 1. Школа номер 10 носит имя Душенова. Дом творчества имени Саши Ковалева. А вот когда-то нам тоже захотелось, и мы подумали, что, наверное, какую-то лепту вот в эту карту именную нашего замечательного города внесут в библиотеки. И благодаря невероятной целеустремленности команды нашей ЦБС, теперь весь наш город может с гордостью похвастаться тем, что во флотской столице уже 4 библиотеки носят имена прославленных людей. Леонида Крейна, Евгения Гулидова, Сергея Михалкова. Значимо, что именно в 2023, юбилейный для Североморской городской библиотеки филиала номер 2, что на Флотских строителей 5 год, учреждению было присвоено имя писателя и журналиста Владимира Панюшкина. Судьба этого человека неразрывно связана с городом. Не зря его строки «Североморск – судьбы моей столицы» знают все, от мала до велика. Североморцы с огромным трепетом и любовью относятся к истории нашего города и к тем землякам, которые внесли особый вклад в развитие. Владимир Владимирович Панюшкин – один из таких людей. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, поэт, журналист газеты «На страже Заполярья», член Союза журналистов СССР, инициатор воссоздания знаменитого литературного объединения Северного флота «Полярное сияние». Определенный период был его председателем. Для библиотеки носить имя столь талантливого и неравнодушного к жизни северян человека почетно и ответственно. Североморская городская библиотека-филиал номер 2 была открыта в 1983 году. К 40-летнему юбилею такое событие – истинный подарок. Теперь в учреждении работает и небольшой мини-музей, посвященный биографии и работе Владимира Панюшкина. Я вас всех поздравляю с открытием очередного музея Владимира Владимировича Панюшкина, человека заслуженного, о котором мы будем помнить. В каждой строчке Владимира Панюшкина живет душа Североморска. Простая, немудреная на вид, душа морская, с удалью созвучна, и гордой песни мужество звучит. А теперь частичка души поэта и журналиста будет жить в библиотеке, носящей имя Владимира Панюшкина.